Ветеран Великой Отечественной войны Халам Сюйншалиев встретил День Победы в Грузии. Здесь он выполнял боевую задачу по охране черноморских городов. Молодой парень служил в зенитно-артиллерийском полку. В его обязанности входило определять координаты самолетов противника. Наши корреспонденты посетили ветерана и узнали, как он живет сейчас. В 2015 году Халам Сюйншалиев справит свое 90-летие. Он вспоминает, что на фронт его призвали 17-летним мальчишкой. Сначала поезд шел в сторону Сталинграда, но потом состав развернули, и Халам Сюйншалиев оказался сначала в Баку, а потом в Тбилиси. Здесь его обучили работе на дальномере, при помощи которого военный должен был определять высоту и дальность немецких самолетов, летящих бомбить Кавказ. Полковые зенитки заградительным огнем отбрасывали вражеские эскадрили подальше от населенных пунктов. Сталин в одном из своих выступлений говорил, что современная война — это война техники. И в этих условиях наша советская индустрия делала невозможное возможным. Переодели нас, дали 4 пушки, прибор и дальномер. И в этих условиях нам сказали, мы получили новую материальную часть, она наполовину уже переведена на электронику, наведение, а половина вручную. И вот в этих условиях еще был приставка «дальномер». После войны Халам Сюйншалиев полвека проработал в Уральском пединституте, ныне Западно-Казахстанском государственном университете имени Махамбета Утемисова. Там ветерана прекрасно помнят и ценят. Это, во-первых, честные люди, отважные люди. И от них берут на все эпохи пример наши студенты, наши молодежь. Чем же они отличаются? Отличаются тем, что они терпеливые люди. Потому что они, как русские говорят, прошли огонь и воду, медные трубы. Во-вторых, они могут резко вам сказать, но может прощать. В-третьих, они в работе, в отношении очень честны. Халам Сюйншалиев на здоровье не жалуется. Говорит, что выжить ему помог случай. Хорошее зрение сделало его наводчиком. Это и спасло от передовой и ранений. Я всегда пел песню «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готовым». И на этой основе мы вот здесь под городом на всеобуче вот эту песню не только пели, а осуществляли. Ветеран с теплом вспоминает День Победы, праздник, который стал священным для всех жителей нашей страны. И люди-победители по-прежнему в почете и уважении. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабрев, ТДК-42.